А? Почему болит? Пещера чума? Или почему плохо? Почему я не успею ничего? Не знаю, я от тебя отстаю на 45 секунд, Джек. Я сколько дают? Я просто в Аверс переиграл, видишь, не могу остановиться. Так как скупчики. Мама, я не могу остановиться! Меня, кстати, горит. Я очень много потерял на первых двух чекпоинтов, пока привыкал к машинке. Я первый раз еду на этой машине, да. Я тоже, но ты, видимо, быстро привык. Ты просто в МТА там играл, но какая-то такая же херня есть. Это все бандит? Есть? Интересно, топ-тайм. Иисус, какой. Да пизда, блядь. Да поехал уже. Да никто не выходит, все деньги хотят. Ну, сейчас все закончится, знаешь, что я не знаю? Сейчас читер придет какой-нибудь, и все. Кастом, да, Жак? Надо чуть поменьше кругов. Ну, если такая же карта, то 3. То я немножко устал ехать. Если денег много дадут. Устал еще. Бедный Димка устал ехать. Ой, деньги. Минута 0-2, ну все, я не успею. Так мне минуту же дается больше. Вера? Ну вроде да. Смотри, Жак, как я не успеваю взять последний чекпоинт. Сколько осталось времени? Я не вижу. Я не вижу, вообще не вижу отчета. Ну, так нету, все финишируют. Наверное. Нет, ну не может такого. О, сколько-то осталось. Да, ребята, тормози, да вообще не надо тормозить, Димон. Я не тормозил, я развернулся. Ну, Димон, давай, должен успеть, Димон. Ну, ты не ту траекторию берешь, зачем тормозишь, Димон, ну что такое? Тихо. Должен успеть. 27. 29. Так, ты сколько бабла отдали? НФ, блядь. GP 0, мне не нравится. РП 0. А почему 0? А денег не дали вообще, Димон. Я выиграл на ставках 220, а мне не сказали, сколько денег мне дали. А, ну 74 тысячи, в принципе, нормально. И топ-тайм у меня. Жек, а почему у меня 4900, блядь? Блядь, Жек, я 6 минут для чего выдал? На этой хуйне. Вон, давай ход ринг, Димон. Давай, ход ринг, блядь. Где он там? А, это первый, что ли? Ну, первый, либо вот этот, ход ринг хочу. Хот-ринг. Нет. Ебать, 70 кусков, нахуй. Пиздец. Чисто зашел в GTA поиграть на пару минут. Пиздец, сколько? 3 ночи уже, да? Ну ладно, давай. Блядь, не я хост, к сожалению. А, у него тоже все выключено. Число кругов 7. Расстояние 92.
блядь, карты, подожди, не, это коротенько, по-моему. 1.92 это немного. Ну ты знаешь, Жак, значит, ты уже играл тут. Я не играл тут, у меня нету даже этой стыга. Ну ты знаешь, что она коротенькая. Ну, мне кажется, что коротенькая, Димон. Ну и Жак, и что ты говоришь? Потому что 1.92 это немного, Димон. Ты помнишь, что ты едешь по навигатору? Ты помнишь, ты едешь? Что за, блядь, что за та-та-та-та-та? Блядь, ну 2 километра довольно-таки... Не, ну по меркам... А мне кажется, или это немножко не... Чего? А, ну только одна у всех тачка, не надо думать, да? Не надо думать, конечно. А, я просто думал, на этих ёбаных машинках. Нет, это на хот-ринге, я специально сказал, хот-ринг. А, всё, я понял. Нормально так, 74 тысячи перевалило. Вот, честно, не зря. Всё, я 100 бакичи поставил. Не зря нашёл. Не, вот я эту карту так, я и буду надо. Там я на фарте. Ладно, может быть, 7-й приеду. Надеюсь. А чувачка кастомная машина. Уверен? Ну, а розовая. Ну, сколько стартовать, да? Блин, тут слипстрим есть. Да. Бля, ну, короче, это, конечно, не в рэк. Далеко не в рэк. Знаешь, она круговая, Дима. Каким едешь? А дебила, кусок. 15-й, 17-й, Жек. Как в брекфесте, блядь. 18-й. Чистый круг, это, блядь, шутка такая была, что ли? Хотя бы это не толкает. Блин, мать, все улетают. А ты какой, Жак? 50. Как взорваться, нахуй, хуя? По-моему, как взорваться, Жак? По-моему, ты тоже чувачок, блядь. Блядь, ВТФ, сука. Да, мэр, блядь. Всё, я 22-й, блядь, пока знал, как там это. Чё, во брэкфест? О, ёбаный стык. Всё, видишь, чувачок едет опять, это, ну, типа, ты назад, против шерсти. Не бейся. Я-то уже натренировался. Карта повата, да? Да. Зеленый фунт еще такой. Гибанский. Блин. Как на встречку едет, конечно, как думаешь, кого он врезался, блять? Да я подумал. У меня есть время подумать? Да. Меня все время крутит, блядь. Меня все уже на круг обгоняют, Жак, все, блядь. А, кстати, он, мне кажется, в меня хотел влететь, но это... Уже навстречу человек 5 едет, да? Угу. Ну это те, кто уже потеряли веру в жизнь.
А какой круг? Что, седьмой? У меня пятый же. Все время 22-й суд. Я уже обогнал человек 20. И как был суд 22-м, так и остался. Бля, как же я буду гореть? Блять, вы издеваетесь, нахуй? Диман, а что тут на сервере? Да, ну что это такое, блять? Диман, а ты знал, что тут на серваке 28 человек, блядь? Нет, ну я догадываюсь, мы сейчас 24-й. Я вообще не понимаю, что тут происходит, блять. Опять это? Не успею. М? Опять не успею? Я не знаю, не могу не посмотреть. 28 человек и все в ракете, да? Ебать, там баба будет. Что, успеваешь? Длится. Нет, понимаешь, тут это зависит от времени, понимаешь? Я думаю, у меня количество людей от времени. Уверен? Да, именно от времени, сколько ты времени едешь. Я не успею, прыгать. Жак. Ну, конечно, мудак попался, блядь. Я так и так не успел. Я думаю, от времени, от того... Блядь, опять, сука, НФ, блядь. Опять 4000. Так, а опыт-то прибавляется? Я нихуя не понимаю. Играть на ставку 100 баксов, спасибо. 67, не, мало. Все тут проиграли на ставочку, а Женька выиграл. Женька знает, на кого ставить. 67 кусков, а сколько мне тебя заработал? А где я вообще, блядь, я вот это есть? 2500, спасибо.